Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, it's my life. Подождите. Старшикс. Привет. Старшего забрали, старший еще в школе. Поэтому быстро гонимся. У нас сегодня будет быстрый магазин. Быстрый магазин. Сегодня у нас небольшие закупки. Мы сегодня идем покупаться перед поездкой в Palm Springs. Нам надо купить какие-то продукты, которые мы сможем взять с собой. Чтобы там... Ну, в основном получаются это продукты, которые мы сможем разогревать. Там есть в номере микроволновка и холодильник. Мы обычно с собой берем то, что можно в микроволновке разогревать. И... Быстро готовить. Ну, я что-то еще с дома, конечно, буду готовить. Да. В общем, мы с собой берем овощи, фрукты, полуфабрикаты, готовую еду из дома. Ну, сок, напиток, это все само собой, воду. Что еще? Ну, а, чипсы. Я забыла сказать, там еще кофеварка есть. Орешки. Там кофеварка, да, есть, там нет электрочайника. И мы поэтому немножко нарушаем правила, мы с собой берем электрочайник. Ну, чтобы быстрее кипятить воду, потому что кофеварка, она маленечко, помаленечку кипятит. Вот. В общем, там есть маленький холодильничек, да, можно там хранить какие-то продукты. Мы молоко еще с собой берем. Ну а вообще, кто не хочет с собой завариваться по поводу еды, туда там есть рестораны, там Макдональд, там доставка еды. Да, ресторан и есть прямо. Там покушать можно. Ресторан есть прямо на территории отеля. Ну и как в Америке, везде только ты вышел, и везде какие-то забегаловки, магазины и прочее. Вот, так что вот такой сегодня будет у нас влог. Будем покупать что-то именно в поездку. А может и не именно. Все, увидимся в магазине. Костка, как обычно, встречает с телевизорами. 50 дюймов сегодня можно купить за $279. В общем, с налогом получится 300. Вот. Так, а здесь LG 65 дюймов, 650. Вот такие вот цены. Давай быстренько глянем на компьютер. Блин, нас имени нету, но все равно глянем быстро. Ну, нам немножко не такой нужен. Значит, что у нас можно купить сегодня? Вот такие макбуки. Или вот такую прошечку можно взять. Или можно взять вот такую прошечку, уже побольше у нее памяти. Или пятнашечку за 2-300. Да. Пол приехал, а пол раньше не был так представлен широко в Костко. Вот такой вот приятный. Вот цены какие на Apple. Костко. Иногда в Костко, кстати, можно купить Apple немножко дешевле, чем в оригинальном магазине. Вот. Ну что, двигаем дальше. $43. Вот Samsung, пожалуйста, $43, $300. И 4К, и все дела. LG вообще за 230. Те же 43. Ну что, поехали, Зань? Флешечка 256 гигов, $38. Погнали. Так, Сережечка, водичку мы заберем всю из дома, правильно? Сколько у нас там две воды стоит? Ну, целая упаковка есть. Полторы упаковки, скажем. Хватит нам? Хватит. Ну или можем одну зацепить. Ну давай одну возьмем на всякий случай. Лучше зацепить, чем не зацепить. Ну.
ну все, включимся на продуктах или будем идти смотреть? Что мы будем идти смотреть? Ку-ку. Видели Hello Kitty. Па-пам. Видела Hello Kitty бутылочки? Видела. Ну, наша цель сегодня не бутылочки. Смотри, водка такая торчит из коробки. Я не понял, кто на раздаче сегодня, почему еды нет? Итак, пойдем воду возьмем? Так, на попробу. Что не работает? Сашульке взять это наггетсы, Сашка. Твои любимые динозавры. Держи. Сегодня папа снабжает едой ребенка. Любимые динозавры Сашкины. Так, здесь еще пока ничего не берем. Пойдем возьмем воду и будем идти. Окей. Ну я, наверное, пойду колбаски возьму сначала. I don't know, you haven't tried it yet. Try it and tell me, have you had it? They're all chicken though, they're all gluten-free, they're all fully cooked, they have no GMOs, no nitrates, no preservatives. Надо, походу, все еды взять. Не, не колбаски. Колбаски, Сашка, для меня, потому что они остренькие. Так, ищем бургеры. Я вот нашел какие-то, смотри. Мы идем с другой стороны, посмотрим. А? Вот еще какие-то бургеры. Это не такая. Я знаю, что не такая. Я помню, что там были какие-то другие. Вон чикены. Кстати. Давай посмотрим. Давай, пойдем. Сашенька, ты тоже смотри, Зайка, если ты их увидишь, сразу скажи. Дай знать. Пойдем посмотрим с той стороны. Значит, мы берем вот такие. Сколько они? 9,99. Вот такие вот за 9,99 чикен тако. Опа. И вернемся еще за кто-то. Дома их рассмотрим, что там почем. Так. И идем. То, что мы хотели, мы не нашли. Мы пойдем посмотрим немножко другие бургеры. Мы будем брать с тобой? Да, я думаю. Так. И еще берем вот такие митболы. 16,99 за пакет. Ой. Пакет 6 лб. Вот так они выглядят. Ну, дома сделаем на распаковку, посмотрим, что там есть. Так, и идем еще что-нибудь возьмем. Зай, так, а может быть? Нет, оранж чикен. Нет. Может быть, овощи к ним возьмем какие? Или у нас дома хватает овощей для них? Ну, у нас, я вообще не планировала замороженные овощи брать. Надо думала, взять с ним замороженные овощи. Я думала, что мы будем брать только помидорчики, огурчики. И возьмем так. Замороженные овощи. Это вот маленьких пакетиков они могут взять? Нет, это маленьких пакетиков другой. Ты хочешь замороженных овощей, которые там с грибочками? Да, не с грибочками. А морковка, фасолька, горошек. Ты таких овощей хочешь? Да. Давай таких тоже возьмем, если хочешь. Здесь все рыбное, нас интересует Саша. Thank you. Give it a try, folks. Come on over. Thank you.
My pleasure, thank you, sir. Так, сегодня нас кормят рыбой. Сейчас мы сосредоточимся и покажем, что взяли еще. Берем вот такие вот. Нет, не такие. А, ну да, вот эти вот берем. Вот такие вот сандвичи. Вот Маришка уже закинула. И сейчас покажем Сашке, может быть, возьмем еще вот такие вот пина баттер джелли сэндвичи. Дети тоже любят. Саш, смотри, вот такие хочешь? В общем, вот такие вот взяли. Что там они из себя представляют, глянем дома. А пина баттер джелли Сашка отказался, потому что он любит клубничные, а не виноградные. Может, еще с другой стороны глянем? А там мороженое, Сережа. Ну, пойдем пройдем уже, какая разница? Мы можем пройти, но там будут ягоды замороженные. В общем, к сожалению, мы не нашли того, чего хотели. Того, чего хотел Сашка. Чего Сашка хотел, да, конкретно. Но взяли немножко другие. Нету? Нет. А вот они. Вот мы находим то, что нам надо. Вон ангус стик. Маленькие эти самые. Вон большие. Сейчас мы здесь что-то выберем. Chicken meats. Смотри, вон там филе чистит. Чиз стик. Какие хочешь. А там уже пошло мороженое. Да. Сашулечка, здесь посмотри, пожалуйста. Смотрим, определяемся, разбираемся. И покажем вам. С собой берем? Ну, конечно. В общем, те бургеры, которые мы вам показывали, Сашке не понравились, нам они тем более не понравились. Вот. И поэтому мы сейчас берем вот такие штуки. Вот этот микс прекрасный. А мы показывали. Да, ну покажем, еще ж не все видели. И мы решили взять лучше готовые, вернее, не готовые, будем сами делать бургеры, мы возьмем булочки. И почему мы их не видим? Они, наверное, дальше там есть. А вот, Сереж, смотри, прям с кунжутиком. С кунжутиком отлично. Сколько их там? Их там 12, но те, что это сыр, они, я не знаю, они просто так лежали на других полках. Я думаю, цена на них тогда где-то... мы их должны найти там, где они а есть. А вон они, Сереж, смотри, за тачкой идешь. Они, скорее всего, стоят 2,99. Стоят они 2,99. Вот такие вот кунжутные булочки. Ну, отлично. Кстати, схвати питы еще, пожалуйста. И питы 3,49. Спасибо. Так. И мы решили, что пойдем еще, наверное, за ветчинкой тогда, да? К этим нашим булочкам. Ну, не в другом магазине. А для любителей ушек вот такие есть ушки. Только цены я на них вижу. А, вот ушки. 6,99, 2 лб. Да? Зайка, у нас чипсы есть какие-нибудь с собой? Чипсы есть, но я думаю, мы в центр поедем, нет? Или может нам большую какую упаковку кукурузных там взять? В общем, мы еще попробовали вот такую красоту. Стоит 5,99. Сегодня скидочка 3,99. В общем, это кукурузные палочки. Посмотрим на них дома. Единственное отличие от кукурузных палочек с постсоветского пространства. Они сырные. Да? Какие мысли? Но я тебе мысленно посыл давала. Две? Две? Или три надо было? Нет, две только. Ладно, и возьми еще какие-нибудь чипсики, такие как, может быть, вот эти вот. Руфлсон. Я пойду еще по пробку возьму одну, а потом решим насчет чипсов. Вот такая-то есть. Оп. Вот такая, 4,69. Саше понравились эти, я пойду. Вот такие берем чипсики, одну упаковочку. Так, а, ну это вот то, что мы берем. Возьми и мне. Так. И, возможно, мы будем еще что-то брать. А мне? Меня оставили без десерта, блин. Мама. Где возьми старшему ребенку давайте десерт? Там сходи. Все?
Наверное, Сереж, мы заканчиваем. Потому что я больше ничего не планирую брать. Остальное мы будем брать из дома. Точно? Ну, мы наггетсы будем с собой брать. Мы будем с собой брать овощи. Вот я знаю, нам нужно обязательно попасть в центр и купить Саше макароны. Макароны. Да, Сашка? Как они называются? Нюрасе. Скажи громко. Нюрасе. Вот так вот. Ну все, идем на кассу. Сашка ест чипсы, я буду кушать вот такие вот питы с разными соусами пробовать. Я вообще не буду. А мама решила почитать немножко. Ну ты почитай. Ну ты почитай. Вот, блин. Вот так вот. Словили и дали вот таких вот всем по конфетке. Ты белый шоколад брал, Сашка? А ты молочный? А я молочный, но я свой для молочный Сашки отдала. Да. А я... Мы закончили часть наших подготовительных закупочек для поездки. В общем, сейчас получилось, нужно... можно сказать, одно грызло. Ну, будем дома разбирать. Ну, грызло, не, ну, не грызло, одно, там всякие, да, мяско, там, туда-сюда. Ну, потому что часть дома есть. Да, и сейчас мы еще поедем с Smart & Fine. Нам нужно купить коробочку помидор. Коробочку напитка. Каждому. Вот, и там еще ветчину, наверное, будем покупать. Ну, в общем, какую-то еду будем. Что у нас получилось? Итак, получилось $68.70. А еще мы воду купили. Да. Вот, ну все, дома распакуем, посмотрим, что мы вообще купили. А может и не дома, потому что это едет Спринкс. Может, у нас распаковка будет из Палм-Спринца. Ну, мы, наверное, может быть, в Спринксе просто, ну, наверное, будем, да, свою еду фотографировать. Да. И смотрите в Инстаграм. Да, подписывайтесь, не забывайте. Все, увидимся в Smart & Final. Bye-bye. Пока-пока. Пока-пока.